Пустых мест в зрительном зале не было. Красочные музыкальные номера еще больше усиливали эффект от азартного спортивного зрелища. А профессиональные бойцы высоко оценили качество организации соревнований. Мне нравится настрой, правильно подобранные пары. Бои очень близкие. Порой, знаете, приходишь на турнир и видно фаворита и аутсайдера. А сегодня вот такие близкие бои, что даже я затрудняюсь кому-то отдать победу. Победу одержал боец синего пояса Даниил Тарусов! Мы просто более точнее был синий. Мы его поздравляем. Счет у нас в матчевой встрече становится уже 2-1. Поэтому будем смотреть дальше следующий поединок. Настроение в норме, я набираю свои силы, представляю город. Ярый повод собраться целым полком. Нам есть чему стремиться, как ни крути мы хоми. Великая столица открывает свои двери. Моя Москва на веки, мои люди в меня верят. Я на 7 высотах, 9 вокзалах. Дышим плавно, замах с подшагом. Делай как надо. И чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев. Прерываемся до следующего поединка. Спасибо Павлу Владимировичу, что поддержал, комментировал наш поединок. Спасибо. Бой провел Магомед. Ну, отдать должное санкт-петербургской школе. Поздравляем победителя. Ну, а мы завершаем нашу трансляцию. Еще раз спасибо главному организатору Шарлику Илью Сергеевичу нашей федерации, Московской областной федерации рукопашного боя. Спасибо большое регионам, всем, кто нас поддержал, приехал. Мы всегда рады видеть гостей, всегда рады видеть всех гостей. Всем большое спасибо. Да, ну и, соответственно, вам, дорогие друзья. Встреч. Да, до новых встреч. Мы еще не раз встретимся на соревнованиях. Как говорится, рукопашный бой сила. Да, занимайтесь рукопашным боем и любите рукопашный бой. Будьте здоровы. Все, всем спасибо, всего хорошего, удачи.